Всем привет, с вами Тева на канале Те Геймс. Мы продолжаем проходить Need for Speed Payback, и это шестая серия. Я решил все-таки комментировать прохождение этой игры, потому что, ну, мне кажется, это будет веселее, и тем более мне не хочется отключать музыку, но вот мне кажется, так будет приятнее вам, приятнее самому. Так, слово выполняю этот джамп, на этот раз удачно, довольно удачно, 2 звезды, это очень хорошо, новый рекорд. Я не знаю, сколько надо до 3 звезд, но 2 звезды это уже неплохой себе результат. Надо чуть-чуть проапгрейдить тачку или взять новую, все будет вообще прям вообще. В общем, в прошлой серии мы прошли много, скажем, гоночек. И нам осталось 2 гоночки, даже нет, последняя гоночка, и будет Ла Катрина. Вот, сейчас едем выполнять эту последнюю гоночку, и все, Ла Катрина, держись. Итак, мы едем, да, я пытаюсь как-то дрифтовать, еду по трассе, чтобы заработать азот. Я не знаю, если здесь так работает, ой, тачка, прости, ну вроде да, так работает. Так, Брастон Блоуаут, я вижу, мы останавливаемся, и я не знаю, что это, что там было написано, ну ладно. Вроде по лошадям подходим. Так. Ничего страшного, мы победим, Ла Катрина, не волнуйся, я проспойлерил, что мы победим, но это еще не точно. Вы можете сами посмотреть, как все будет, не скипайте. Надеюсь, да, никто не скипает, чтобы посмотреть, как будет. Держит интрижку. Так, нам надо продержаться в первой позиции целую минуту. Уже вот увеличиваться начинается постепенно. Как бы мне казалось, что уже была минута, а нет, она здесь оказалась. Ну что ж, выполним ли мы эту задачу за почти 6 километров? В принципе, дистанция довольно-таки немаленькая, так что вполне себе можно позволить. Мне, кстати, нравится, как здесь сделана камера, что она вот так немножко уходит в уголок машины, она динамичная. Динамичная, приятная, вот, как бы вот... Немножко вблизи, но и не совсем близко. Приятно, приятно. Я доволен этой игрой. И грязь здесь, кстати, реалистичненькая, реалистично вот пачкается машина. Вот если ее никак не ремонтировать, там не заезжать, это было красиво. Это было близко, это было красиво. Вот, то она начинается постепенно пачкаться. Чего я не заметил в хите. Может, я плохо смотрел. Не знаю, честно, не знаю. Надо будет прям проверить, мне интересно стало. Так, здесь я сильно затормозился случайно. Так, проезжаем очередные чеки. Да, много таких поворотов прям дрифтовых. И вот если научиться их проходить красиво, как это вот было сейчас. Сейчас даже тоже неплохо. То это вполне того стоит. Итак, осталось чуть больше километра. Timing first complete вообще давно. Я даже не проследил, где, как давно. Просто смотрел на дорогу и наслаждался ездой. Вот. Так, и все. 500 метров, последние 500 метров. Почти доехали. И, ну, я скажу, тут вообще было все на изи. Я не знаю, хочется немножко хардкорчика, но хотя почему бы и не понаслаждаться пока что такой ездой. Кстати, почти 2 минуты. Мне интересно, если бы я побил 2 минуты, но вот я говорю, я совсем не следил за временем. Тем более жалко, что там не пишется больше, сколько времени ты едешь, или пишется, я что-то не посмотрел, может там где-то наверху. Так, опять рандомный выбор. Тормозная система, а нужна ли она нам? Потому что Air там ухудшится, поэтому нет. Не хочу, продал. Все, миссия пройдена. И это последняя 5-я гоночка будет именно с Ла Катриной. Едем до нее. Дорога будет не близкая. Beat me, and I'll show you.
Дорога будет не близкая, поэтому скипайте, кто хочет, а я оставляю вас в тишине наедине с дорогой, музыкой и свободой. Sure, what's up? I wanted to ask you, why did he disappear for 6 months? I told you, the gambler wouldn't let me... Come on, Ty. We both know that's bull. What's the real reason? I had to make it right before I faced you guys. Then I realized I couldn't do it alone. I see. Thanks for telling me, Ty. But if you ever do that again, I'm gonna kick your ass. Ой, прости, машинка, я совсем не хотел, я думал, что я впишусь, но я не вписался, ладно, бывает. Here. It looks a bit too tough for me right now. Так, ребят, это я только что проверял, если можно спуститься с горы, срезать
как видно, нет. About watching the sunset from behind the wheel. Так, ну вот мы и доехали до Лакатрины. Мы готовы, даже если у нас тачка меньше, чем рекомендуемая, но здесь это как-то, ну, не сильно на это влияет, как я заметил. А вот в Need for Speed Heat вот там меняет прям сильно. Не знаю, почему так, но... Так, давайте посмотрим сценку. Ready to dance with death, Morgan? I'm not gonna go easy on you. Good. I don't do easy. Órale, güero. Bailemos. Хорошо, что она не будет нам поддаваться, но, как я уже говорил, извиняюсь, это вышло случайно, все увидите сами. Что-то вот когда она говорит, вот прям нужны субтитры, потому что с ее акцентом не очень понятно. Но что-то держится она как-то странно позади, подозрительно. Блин, это было опасно, но если бы я сдержал позицию, был бы очень красивый дрифт сейчас. Just gotta hold on to first place a little bit longer. Да, видимо, Тайлер хочет успеть за 5 секунд вот побить рекорд, но мне кажется, да, далековато. Не успели мы совсем чуть-чуть.
но это можно было сделать. Но главное, что мы победили Локатрину, ребят. Да, победили сайдбет. Проиграли сайдбет. Несколько денежек тоже проиграли, но незначительное вообще. Так, опять тормозная система, но ничего не отнимает, только добавляет нам мощности. Все, Graveyard Shift тоже. Лига завершена. Новые тачки. Но так как у нас Deluxe Edition игры, то у нас, в принципе, самые мощные тачки сейчас и есть. Вот только вот Фордик, мне кажется, может вытянуть. Мне нравится. И, ребят... И, ребят, самое интересное начинается. Mustang body. Is that so? Had to dance with the Grim Reaper herself to get it. What? Ah, graveyard shift. If you find it, come back to the garage and we'll see what we can make of it. Да, я поехал в гараж, чтобы сменить тачку. Хочу попробовать на другой поехать сейчас. Thanks. Listen, I got something for your crew. Call it an early Christmas present. What is it? It's an opportunity to strike at the house. Let's meet. I'll send you the info. Так, выберем красивенький Nissan 350, настроенный под дрифт, и поедем на ней. On the scene, Udo and Lacatrina were both badly beaten in their own turf. Rumor speaks of two races. Are they working together? Who are these mysterious races? Your curator can only speculate. Aces! Sounds like our little crew's getting noticed. You know that means the house is gonna notice us too. Good. Grab me a few gas burgers. Jess, that stuff's junk. I know.
I wouldn't be surprised if there was oil in that damn sauce. Tastes like it too. This is one time, okay? Promise. Okay, fine. Yeah. You're here, good. Listen, the house is running convoys in the town, and the next one's my Koenigsegg with some extra tech attached. You and your friends are gonna grab it back for me, okay? Why would we do that? One, you owe me. Two, I'll let your buddy Rab peek under that hood before you hand it over. Don't need a third reason. We're in. Yes! So, here's what you do. They're transporting the Koenigsegg across city limits in 2 hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Rav, you turned that Mustang into a runner yet? Yep. Followed your specs, the plating's all in. It'll take a punch and dish it right back. Great. Mac, you and Rav got that drone ready to fly? I'll be your eyes in the sky. All right. Time to show the house we're back. Да-да-да, Mustang, one love, просто. Let's go grab ourselves a hypercar. Drone's online and I'm looking for the convoy. You guys better hurry to the rendezvous point. I'm not sure what Rav did to the Mustang, but it feels tight and heavy. Like it's tensed up for a punch. All right, Ty, remember. The house will have enforcers protecting the convoy. We'll have to get rid of them first. Get me on the truck before it reaches the Ember Valley Tunnel, and we're in business. The aerial surveillance will be blind inside the tunnel. Perfect time for a hit and run. Bulletproof plan. Worst case scenario, we improvise, right? That won't be necessary. Mac. How long have you known Jess? She always has a plan B. Oh, and a plan C. And plan D. Oh, and plan E. You got that right. Чё тут, малёк, я не справился, блин, с управлением, там всё было идеально. We're gonna raise so much hell together. I'm not here for thrills, Mac. I'm here for the job. Yeah, and we'll have fun doing it. Seriously, though, I'm here to help you get into the rush, but that's it. Uh-huh. I'm dead serious. Whatever you say, Jess. А так меня их разговор вообще порадовал, там, с планом И и так далее. Блин, ребят, неужели начинается все самое интересное? Я этого долго ждал и советую, ну, вам тоже посмотреть. Погнали, погнали! Get me close to that truck before it hits the tunnel. The house won't let us anywhere near the truck. We gotta take out those cars. With pleasure. With pleasure. Так, не получилось, идем на следующую. Следующая попытка и... Все, улетел. Следующий. Nice hit, Ty. One down, one to go.
Они не особо-то такие прочные, хотя догнать их иногда... Ну вот, в этот раз получилось. That's what I'm talking about. Let's get that truck. Да, теперь гоним за фурой, пока она не заехала в туннель. Осталось меньше 700 метров. И тут, блин, произошло просто тотальное, я не знаю что. What's the play? New plan. Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Are you guys seeing this? Seeing and feeling. Back up. Видимо, чувствуем. Даже я чувствую, блин, сидя. Ой, блин, кто это вообще? Я вот сначала думал, они типа бомбами бросаются, но не знаю, вроде это же не они, да, это? Так, значит, Мастанг против двух бумеров. Какие они, блин, бронированные, наверное. Вот они уже посильнее, мне кажется. Так, все. Один улетел, второй. О, все, второй тоже. Вернее, еще двое будут сейчас. Откуда они появились вообще? И нам надо управиться, успеть, и у нас меньше 2 километра, кстати, осталось. Все, почти все, отлично. Так, теперь догоняем фур. О, еще кто-то сзади. А, он не ушел. А я думал, ушел. Вот как бы его покрасивее сбить. Да, ну, отъедь-то немножко. Ну, не-не-не, да, давай, да. Сейчас, если он сам в меня врезался, ну, все понятно. Так. А, то есть 300, но, не, ну мы успеем, да. Типа вот, снова счетчик пошел у нас. Километр целый добавился с лишним, чтобы успеть. Тут что-то я не знаю еще, как фура может ехать с таким состоянием там. Не знаю, что водитель чувствует там. Видимо, действительно что-то очень важное ему. Что он даже с таким состоянием он продолжает ехать, это просто, я не знаю. Блин, не, это кадр, конечно. И сразу мы за Джесс едем. О, просто, блин. Мне нравится, как здесь переключаются вот роли. Блин, Кёнигсберг вообще бешеный по сравнению с Мастангом, который я сейчас водил. Это, блин, просто... Ё-мо. Слишком мощно и непривычно. Я стараюсь не врезаться, но... Так, и нам надо угнать от копов, ребят. Блин. Over 350 уже, а, блин, копы продолжают. Они что, из Most Wanted приехали к нам, что ли? Так, ну поворот они не выдержали такой. Ну все понятно. Hey, Mac, right, yeah? Да, весело, согласен. Чем и куда меня понесло-то? Так, вот. Хотя, да, я хотел срезать, но... Так, все, отлично. Mission success.
пройдена. The Highway Heist. Новые тачки. А скорее всего ничего из них я не возьму, потому что у нас есть покруче экземпляры пока что. So, you lost the car. This kind of failure will not become a pattern. I'll find whoever did this. You can be sure of that. My investors are becoming anxious. I pulled you out of the barrio because I thought you could handle this. I can. I hope so. What's under that hood was worth more than your life. This better not be you, Morgan. И узнаем продолжение следующей серии. Всем спасибо за просмотр.